Привет, друзья! С вами Дарика. Сегодня будем готовить пюре из цветной капусты с пассированным болгарским перцем и помидорами черри. И вот какие продукты нам понадобятся для приготовления. Вот такое очень воздушное и кремовое по текстуре пюре цветной капусты у нас сегодня получилось. А пассированный болгарский перец с помидорами черри и петрушкой отлично его дополняет, делает вкус более насыщенным и ярким. Обязательно попробуйте приготовить, это очень вкусно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новый рецепт. До новой встречи, друзья!